Всем привет, всем привет. Мы продолжаем Крипитейл, и у меня вроде как финал наклевывается, потому что там осталось буквально вот этот эпизод и еще один. И, короче, да. Финал близко. Ближе, чем ты думаешь. Смотри финал. Я проверяла. Интересно, а что делать? В инвентаре у нас ничего нет. Алло? А что делать-то? Тогда я нормально прошла. Чё не так-то? Нет, смотри опять. А если прям тихонечко? Или надо прям быстро? Давай быстро. Так, я только пришла, у меня уже затуп. Ну я же здесь быстро прохожу. Здесь-то что? Так я только зашла в игру, ну вы чё? Я ж не стояла там. Мы не выйдем отсюда. Ты, может, что-нибудь скажешь? Нет? Ничего не скажешь? Алло. Смотри, там птица страшная какая-то сидит наверху слева. А. Нет, я думала, когда не булькает, можно пройти. Там стоять нельзя. Смотри, давай, хорошо. Не булькает. Да ну! Нельзя стоять, смотри. Хорошо, смотри. Булькает. Иду. Нормально. Забулькала, я ушла вниз. А есть хоть какая-то там, не знаю, это самое... Игра. Игра, не поступай со мной так. Я тут сразу проваливаюсь. А, подожди-ка. Вот так вот, потом вот так вот. Все, я поняла, тут можно двигаться вот так вот. По диагонали. Да. А, да? Мне нужно было столько раз умереть, чтобы это понять. Кайф. Давай, собрались. Аккуратно. Блин. А ну вот иногда вот это вот булькает, иногда не булькает. Из этого непонятно. Это будет долго. Шли годы. Там дерево, кстати, страшное. Заметил? Отлично. Опачки.
Это неспроста. И это неспроста. И это неспроста. Я тебе отвечаю. Что у нас тут еще есть? И здесь я могу прятаться. А что такое? А, понимаю. Ладно, давай. Упси. Упси-дупси. Никого нет. Нету никого. Ты даже мой запах мужика не унюхаешь. Блин, надо было помыться. А эти символы что-то значат? Сначала загорается правый с треугольником внизу. Правый, левый. У меня вечно так. Давай за другую спрячемся, попробуем. Сюда попробуем спрятаться. Нет, она нас чует. А в чем прикол? Давай, ладно, тут. Может быть, в следующий раз можно попробовать уйти на мост. За мост. Хоть куда-нибудь. Ладно. А все, больше не дает нажать еще плюс. Ну, думала, вдруг. А, нельзя так. Еще знаешь, что думаю, можно попробовать? Сейчас увидишь, если я смогу. Вот это. А да? Даже так? Нифига себе. Ты совсем ушла? Нет, она нюхает. Какая музыка-то пошла? Блин, ну что ж такое-то? Надо было туда. Тупануло. Стелс? Прикинь, тут есть стелс. Прям конкретный стелс. Если попробовать еще раз вот тут засесть. Просто до туда бежать очень далеко. Что за музыка? Никого нет.
Мать, ты так и будешь делать? У этого есть какие-то тайминги? Переждем, может успокоиться. Какие звуки. Это очень противно слушать, если что. Да в смысле? А что делать-то? Я упустила время. У-у-у, успела. Давай попробуем вот так идти. Никого нет. Воу-воу-воу-воу, тихо. А в смысле? А что делать после второй? Интересно, конечно. Не дуду! Постучи еще раз. Механа. А все, мне хана. А почему он еще раз-то не мог постучать тогда? Не понимаю. Реально музыка просто под стелс подходит. Ладно, тут мы уже мастерски все делаем. Да как будто камыш сейчас нюхает. Это камыш сквозь нос был. Прорисованный сзади. Смотри, а еще раз не хочет. Мне хана. Почему? Как это работает?
Ладно, у меня есть еще одна теория, как это сделать. Сейчас покажу. Сейчас заценишь. Работает ли эта теория на практике? Сейчас, смотри. Все было идеально почти. Я добралась до третьей. С горем пополам. Да тихо ты, не ори там. Подождем. Так, проверяем. Господи, оно все кровожаднее и кровожаднее. Бегом, 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 бегом. Отлично. Смотри, схема-то рабочая. Спасибо, дед. Давно не встречал я человека в этих унылых заброшенных местах. Еще пара мгновений, и мы бы не вообще встретились. Вообще не говоришь. Я правда до тебя почти чуть-чуть не дошла несколько раз. Мальчик, у меня негласный договор с местными обитателями вести мирное сосуществование. И чё, всё болото кишит мерзкими, бездушными существами. Одно из них только что пыталось поймать тебя на обед. Простите. Не на ужин? Нет, просто темно так. Ничего. Иногда этим тварям стоит напомнить, кто главный здесь, на болоте. Кто главный здесь, на болотах? Почему же вы выбрали для жизни столь гиблое место? Крышует. В поисках уединения. А естественная среда явилась преградой от внешнего... Типа, чтоб никто не пришелся. Но ты каким-то чудом добрался до моего дома. И, видимо, забрел в эти мрачные края не случайно. Ну, мне надо. Я пришел просить о помощи. Колдунья, превращенная вами в бабочку, обрела силу и подчинила разум моей сестры. Она желает уничтожить весь лес.
Духи сказали, только вы способны противостоять ей. Не смог тогда, не смогу и сейчас. Что же сделала с тобой эта потеря? Моя прелестная дочка, нескольких убила. Такая способная с юных лет и есть бабочка. Все началось еще в детстве. Во время прогулки по лесу волки растерзали ее мать, а ее спас чудом оказавшийся рядом охотник. Этот случай сильно изменил ее. Она возненавидела лес и поклялась уничтожить всех его жителей в страшных муках. Мы перестали общаться. Она проводила все время за чтением темных книг и созданием заклинаний. Время шло, и на миг мне показалось, моя девочка забыла свои страшные помыслы. Только она вышла замуж, родила детей, как лес вновь напомнил о себе. На ее сына напал медведь. Косолапый лишь немного ранил его, но этого было достаточно, чтобы разбудить спрятанное внутри нее зло. Заметив это, я понял, мне нужно действовать. Ничего не оставалось, как превратить мою дочь в безобидное существо. Например, офигеть, безобидную. Она так любила их в детстве. А после заточить в волшебную клетку, которая лишит ее всей темной силы и даст покой несчастной, заблудшей душе навечно. Открыть на все пошло по одному месту. Я так и не смог. Мне не по себе от вашей истории. Но это значит, клетка еще у вас, и мы можем спасти лес? Да, она все еще у меня. Тебе лишь нужно открыть клетку рядом с ней. Все остальное произойдет само. Окей. Ты знаешь, где сейчас моя дочь? Да, виделись тут недавно. Я встречался с ней в пещере. Ни слова больше. Сконцентрируйся и можно думай будет об этом месте. Спасибо. Главное, чтобы не распополамил. Отлично. Ну, пойдем. Это не я иду. Это я иду теперь. Опачки, добрый вечер. Мне предстоит делать выбор? Или что? Мальчик мой, ты вернулся. Какое счастье. Он же мертвый был, алло. Семья в сборе. А, отец, я же нажимаю. Что происходит? Сынок, наша мама, как мы ошибочно полагали, не погибла. Она обрела иную форму. Нет. Но даже находясь в столь хрупком теле, смогла отыскать и воссоединить нашу семью. Не. Посмотри, какую удивительную корону мы подготовили специально для тебя. Довольно барахтаться среди простолюдинов, мой мальчик. Настало время править. Мама, но все эти убийства... Это бессмысленно. Кто же убил нескольких? Девочки всего лишь очищают лес от скверны. Да ну мы нафиг, вот. Нормально вообще. Чего мне наушники сегодня выпадают вообще? Построим постоянно. Новый мир. Что за странная клетка у тебя в руках?
Это фонарик, это фонарик. Мама, прости меня, это клетка для тебя. Все выдал. Сын, поставь клетку на место. Что поставь, сейчас открою и поставлю, не переживай. Прошу, очнись, мы не убийцы. Братишка, не делай глупостей. Я не хочу потерять мамочку вновь. Вы не ведаете, что творите. Нашей мамы больше нет. Да, конечно, вот это я сделаю. Да ну вас уча. Я весь лес терроризирую, это город. До свидания. А я вообще как бы не знаю, реально это так или нет. Ну, а так он хоть с семьей остался. Я надеюсь, это хорошая концовка. Тут, прикинь, походу, две концовки. О, я опять прошла игру очень быстро. Что ж такое-то, а? Ну, короче, клёвая игрушка, слушай. Она так контрастирует с первой игрой. В первой игре никаких слов не было, ничего не было. Вообще простецкая графика. Тут что-то вроде бы получше графика, но при этом, я надеюсь, меня музыка не глушит. Но при этом тут диалоги, тут озвучка, тут такое разветвление сюжета. Там просто по прямой идешь и все вот это вот делаешь. Причем недолго. А тут уже побольше как бы игра. Загадки поинтересней. Короче, мне понравилось. Пишите, как вам игрушка. Надо ли проходить третью? Ну, я, наверное, в любом случае пройду третью. Третья, по-моему, в этом году вышла. Посмотрим. В общем-то... Не забываем, ребятушки, ставить лайки, подписываться на мой канал. Также заходите в описание, там будет ссылка на мой Discord-сервер и на Telegram-канал. Все, увидимся с тобой уже в следующих сериях. Всем пока-пока.